Всем привет! У нас в продаже появляется Renault Sandero 2018 года выпуска. Объем двигателя 1,6 литра в отличном техническом состоянии с родным пробегом всего лишь 37 тысяч на автоматической коробке передач. Кузов весь в родном окрасе. У автомобиля за все время был один владелец на оригинальных литых дисках. Давайте заглянем в салон. Задний ряд сидений у нас в отличном состоянии, никаких дыр, пятен, потертости, ничего нет. Спереди салон у нас также в отличном состоянии. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. В нее у нас входят все 4 электростеклоподъемника, 2 стеклоподъемника передних дверей находятся на дверной карте. Здесь находятся у нас задние стеклоподъемники. Также в комплектацию у нас входит электрорегулировка зеркал. Мультируль для управления мультимедией, круиз-контроль, штатная мультимедиа с блютузом, однозонный климат-контроль, подстаканники, розетка 12 вольт здесь, розетка 12 вольт здесь, автоматическая коробка передач. Родной пробег автомобиля составляет 37 тысяч, давайте запустим его. Запускается двигатель отлично, никаких ошибок не горит, работает хорошо. Также в комплектации у нас есть второй ключ и сигнализация Starline с автозапуском. Если вам понравился данный автомобиль, все контактные данные и описание вы можете найти в объявлении. Приобрести его можно за наличный расчет по системе Trade-in или в автокредит. Находимся мы по адресу Азина, 83, автосалон столица. Всех ждем!